Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких. Отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые, они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Их характер пронизан парадоксами и противоречиями. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Несомненным парадоксом является то, что владельцы этого имени несут огромную потребность в независимости. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.